Семинары-совещания председателей ветеранских организаций Министерства внутренних дел Брестского и Волынского регионов уже не первый раз собираются для дискуссий в УВД Брещины. Дружеские встречи стали для участников мероприятия доброй традицией. Об этом неоднократно в своем выступлении подчеркивал заместитель начальника УВД Брестского облсполкома Александр Ковалевич. Приятно видеть много уважаемых людей в зале. И хочу сказать, что вот эти представители своих служебных коллективов творили историю милиции и Белоруссии, и Брещины, и соседней Волыни, Украины, 80-е годы, 90-е годы, 2000-е годы. И эти же представленные здесь уважаемые люди оказывают помощь нынешнему поколению милиционеров творить историю органов внутренних дел в настоящее время. Торжественности мероприятию прибавила церемония награждения. Под аплодисменты коллег грамоты, медали и ценные подарки получили наиболее отличившиеся сегодняшние работники и ветераны МВД. Активная дискуссия о работе по формированию ветеранского актива, а также увековечиванию памяти ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск продолжили работу семинара. Совместный областной семинар совещания ветеранского актива Брестской и Волынской областей. Это люди, которые длительное время работали в милиции в двух областях. Раньше сотрудничали, вместе участвовали в раскрытии преступлений, учились, встречались. А сегодня они, находясь на пенсии, возглавляют ветеранские организации. Я присутствовал уже на семинаре, который проводился в Волынской области с нашими коллегами. И сегодня уже как система проводим здесь, на семинаре. Во-первых, поддерживаем и политически друг друга. Сближаем наши страны, как мы можем, ветераны, в рамках, возможно, у нас, так сказать. Это в первую очередь. Во вторую очередь, обмен опытом. Мы обменяемся опытом работы между ветеранской организацией Бреста и Волыни. Это уже третья или четвертая поездка за этот период. Мы хорошо, знаете, дружим с брестчанами, с председателем Совета ветеранов Дюбарский Юрий Максимович. Это наш побратим, наш друг, товарищ. Мэтры милицейской службы обсуждали вопросы самого различного характера. Социальное обеспечение ветеранов, помощь молодым сотрудникам в работе и, конечно же, обмен опытом между организациями. Участникам предстоит еще многое обсудить и не меньше сделать, чтобы дальнейшее сотрудничество стало еще более эффективным и плодотворным.